Доброго времени суток, друзья! Мы находимся в парке Маргарита. Посмотрите здесь, что происходит сегодня. Этот праздник цветов, в принципе, он всегда происходит вторая неделя мая. Но так как был ковид, его перенесли на последнюю неделю. Посмотрите, ребят. Правда, я уже в конце дня. Поэтому уже то, что осталось, скажем так. В основном люди до обеда приезжают, гуляют, покупают цветы. Кто не успел, вот такие, как я, то вот сейчас. Видите? Смотрите, какая красота, ребят. Это сурфинии. На любой вкус, ребят. Посмотрите, разных цветов, какие красавцы, просто прелесть. Ну а мы куда идем? Мы идем к розам. Смотрите, ребята, вот розы можно вот такие купить и вот так на дугу потом пустить. И перед входом так можно сделать. Вот. Все такие, такого типа розы. Ползущие типа, да? Вот всякие. Ой, елки. А это вот типа шиповника. Какой запах, ребят, стоит. Какой запах. Обалденный. И то, ребят, это уже остатки. А вот смотрите, какой цвет. Вот любителей, для любителей бонзаев. Вот такие бонзайчики. А вот цветущие бонзаи, смотрите. Ребят, для любителей кактусов, посмотрите. Цветущие кактусы. Какая красота. А вот пальмочка. Вон сколько их. Вот видите, ребят, на любой вкус и цвет, скажем. Вот такого я не видела еще ни разу. Смотрите, какие красивые. Вот какой кактус огромный. Покупай, сажай. О, прелесть. Ну, это тоже на любителя, ребят. Есть люди, которые любят такие. А вот, посмотрите, как змея лежит. Надо же. Обалдеть. Ребят, очень много людей с питомцами пришли. Посмотрите, как людно. Мне кажется, сегодня здесь вся Болонья. Вон. Собаки, такса. Ребята, изделия из керамики, 10 евро, такие вот тарелки, а вон там из дерева, поделки всякие. А вот видите, такие кувшины, но это, по сути, это горшки, то есть можно посадить цветы, и получается как в кувшине, да? Вот опять цветы, ребята, сколько цветов. Я бы все купила, честно. Ой, красота какая. Ребята, вот изделия из лаванды. Вот мыло, всякие шампуни, масла, мешочки с лавандой. Вот видите, ребят, устраивают прямо на асфальте. Вот это привозная травка, ковер такой, да, стелят. И устраивают вот такие вот, как-то по-русски, экспозиционы. Ну, то есть показывают, как можно сделать демонстрации, как можно сделать, допустим, у себя во дворе. Видите, как
классно. Вот всякие альпийские горки. А вот, видите, детки играют. Можно такие сделать камушки. И, ребята, опять цветы, смотрите. Сколько цветов. Боже. Глаза разбегаются у меня. Просто разбегаются. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Красота. Посмотрите, какая прелесть. Гербера. Прелесть. Какая интересная елка. Ой, ребята, вот опять розы. Смотрите, рампиканты, которые ползущие. Боже, а это что это такое? Смотрите. Ух ты. Там написано с другой стороны. Надо идти читать. В общем, ребят, рай цветочный. Мне сюда нельзя. Мне сюда просто нельзя. А вот тут же, видите, продают. Демонстрация кресел всяких, вот, для сада. А вот эти классные вещи, вот барбекю, тут и на газу, и просто на углях. Вот такие печки классные. Собак, ребят, полно. Смотрите, овчарочка маленькая, молоденькая. Вот. Молодец. Балонка. А это что ж такое? А, ретривер, наверное, золотистый. А вот еще овчарка. В общем, вы поняли. Собак море. Просто море. Ух ты! Хочет кусаться. Хочет кусаться собачка. Малышка. Ну вот этот хороший кобелечек. Правда, что-то задок узковат. Ребята, пальмовый рай, посмотрите. Пальмы, кактусы. Смотрите, как интересно вот это вот такое растение. Надо же. Ну вот, как раз любителей таких вот растений колючих. Ой, посмотрите, какая красота. Ой, как куда я попала, в джунгли, что ли? А вот, смотрите, детками облепленный. И вот пальмочки красивые. От 20 до 40 евро стоит. Да. Стоит достаточно много. Ой, господи, пикули. Ладно, пикула. Левретка. Это левреточка. Ой, ты такой красавец. Худенький такой. Ребят, вы только посмотрите, сколько людей. Ой-ой-ой. Да. Ребята, это эрбы ароматики. Ну, то есть всякие специи. И сальвия, и мята, и розмарин. Все есть, и базилик. Зелень, да? Смотрите, какой окрас. Какой красивый. Надо же. Голубоватый и тигровый еще к тому же. И не слушается. Не слушается, Булька. Папи, папи.
хочет. Что-то у него спинка прогнутая какая-то. Ой, хочет гулять. Что-то какие-то лапки кривые. Малыш. О, это кто ж у нас тут такой? Питбулька. Да, питбулька. Чао. Чао. Питбуль? Питбуль? Амстаф о питбуль? Staffordshire e Pitbull. Allora miss, misto, ah. Però non è l'American Staffordshire, che è quello più, è più grosso direi. Sì. Grazie. В общем, опять метисы, ребята. Питбуль со Стафом. Сколько скутеров, да? Велосипеды. Вот эти вот городские. Видите, вот они. Люди приезжают, оставляют и уходят. Вот. Есть такое приложение. Закачиваешь в телефон, и все, и можешь пользоваться в городе. Видишь такой велосипед, можешь брать. Так, а где мой? А мой вот он. Вот прям с краешку стоит, удобненько. Сейчас поедем. Все, ребят, пока. Получилась демонстрация сегодня не только цветов, но и собак. Все. Пока-пока всем, ребята, пока.